Тема сегодняшнего урока – инструмент размытия. План урока. Для чего нужно размытие? Обычное размытие, размер, интенсивность. Размытие по Гауссу и другие виды размытия. Инструмент размытия используется для размытия резких контуров и удаления погрешности изображения. Для того, чтобы использовать инструмент размытия, необходимо выбрать его на панели инструментов, поставить размер и интенсивность. Вот мы выбрали размер. Вы выбрали инструмент размытия. Здесь можно задать некоторые размеры. Вот, например, возьмем вот такое вот. И попробуем размыть изображение. Сейчас я прибавлю. Вот, значит, интенсивность 100. Вот таким образом размывается изображение. Вот таким образом. Далее поговорим немного о том, как использовать фильтр размытия. Поговорим о фильтре размытия. Здесь мы увидим умное размытие, радиальное размытие, размытие в движении, размытие по Гауссу и другие виды фильтров размытия. Размытие по Гауссу. С помощью функции размытия по Гауссу можно исправить погрешность фотоаппарата. Например, когда при съемке была недостаточно раскрыта диафрагма. В то время как все объекты одинаково резки, но вы хотите выделить один из объектов. Значит, здесь есть параметр радиус. Вот такой радиус. Параметр радиус выставляет контраст между размытой областью и изначальной. Контраст между размытой областью и изначальной. Вот. Попробуем применить фильтр. Вот что мы видим. Значит, теперь поговорим о фильтре размытия в движении. Фильтр размытия в движении. Размытие в движении создает эффект, как будто изображение снято в движении. Инструмент. Здесь есть, значит, вот такой параметр смещения. Вот посмотрите, как будто бы изображение снято в движении. Размытие в движении создает эффект, как будто изображение снято в движении. Вот. Значит, и еще поговорим об одном инструмент о фильтре умное размытие. Фильтр умное размытие. Значит, фильтр умное размытие. Фильтр выполняет размытие изображения, сохраняя его края в пределах сохраняя линии и края в пределах изображения. Этот эффект можно использовать для размытия затемненных областей. Эффект используется для размытия затемненных областей. У данного инструмента есть параметры радиус и порог. Поэкспериментируйте с данными параметрами. Радиус и порог. Есть, конечно, и другие фильтры, но самые основные фильтры, фильтры размытия мы уже разобрали. Спасибо за внимание. С вами был Сева Герасимов.